dvhub.ru. Здесь 12-16.07 должен быть. Иногда бывает. Ну, к общественному транспорту есть какие-то претензии, может быть, у нас начальники управления, в том числе и транспорта. Можно рассказать, как вот здесь удобно находиться? Ну, вы сами считаете. Я считаю, что это где у нас представители? Один павильон, который будет размещать, это один предприниматель. Второй павильон будет размещать, это другой предприниматель. Он вот здесь вот размещенный. В контакт, небольшой контакт есть, вот, но сегодня предприниматели неохотно почему-то идут на этот вопрос. В рамках решения данной проблемы мы сегодня, в рамках развития концепции развития торговли в городе Комсомольске на Амуре, мы сделаем в нормативном закреплении типовые конструкции, которые мы будем устанавливать по красным линиям города Комсомольска на Амуре. Тем самым мы будем рекомендовать предпринимателям придерживаться этой концепции. И если ты хочешь зайти как бизнес далеко, долго и надолго, вот мы рекомендуем вот такие вот объекты. Определенная договоренность есть, предприниматели обязательства на себя берут, поэтому мы планируем, что ближайший процесс уже пошел, идет подключение к свету. Я думаю, в ближайшем времени мы запустим этот инвестиционный проект со стороны предпринимателей, и в этом году мы увидим этот остановочный павильон уже в таком более красочном и виде, который бы не так некрасиво бы стоял бы на центральной части города. Давайте, да, мы сейчас обменяем. dvhub.ru